Если у вас бензиновый генератор, у него проблемы с оборотами, то если они плавают, он наберет, сбросит, то не нужно чистить карбюратор, там лезть в двигатель и так далее. А скорее всего у вас причина в регуляторе оборотов. Конкретно в этом месте болт вот этот расслабляется, и вот эта тяга, она проворачивается на вот этом валу. Когда генератор заглушен, вот эта вот тяга полностью открывает дроссельную заслонку. Она сейчас максимально открыта. А когда он запускается, вот там вот центробежный регулятор давит его как бы в обратную сторону и закрывает заслонку. То есть, когда обороты проседают, заслонка открывается, обороты увеличиваются. Обороты увеличились, регулятор пробернулся от центробежной силы и прикрыл немножко дроссельную заслонку. Все, что нужно сделать, это расслабить вот этот вот болт, вот эту тягу поставить в положение максимально открытой дроссельной заслонки, лишь ее придавить вправо, вот сюда. И в то же время плоскогубцами вот за этот пипзик провернуть регулятор максимально по часовой стрелке, то бишь вот так. И в таком положении его затянуть. И все, проблема решена.